Этот флокс называется Валентина Гаганова. Выведен Павлом Гавриловичем Гагановым. Понятно, что давно-давно. Очень-очень он красивый, крупный. Цветки 5 сантиметров. Высота небольшая, 60 где-то, 70 может быть сантиметров. Светло-кораллово-розовый. В описании написано ровного чистого тона. Ну, вроде бы и источник, откуда я покупала этот флокс, надежный. Ну и вместе с тем все равно присутствует белая звезда в центре. Соцветие большое, плотное, обильное цветение. Ну вот в моем саду он выглядит всегда вот так. Никаких больших прям плотных соцветий у него не бывает. Но все знают, по-моему, уже, что земля у меня не очень плодородная. Нет никакого перекорма. И сколько себя помню, у меня этот флокс, он всегда был с белой звездой посередине. Ровного тона не было никогда. Конечно, будет жалко, если это окажется пересортом, потому что куст интересный такой сорт, красивый.